Ух, ребята, какой видеоролик вас сегодня ждет, вы даже не можете себе представить. Я даже скажу больше, я даже не могу себе представить, что же меня сегодня ждет. Вот уже прошел месяц с выхода UFC, а у меня до сих пор не было ролика с составом из девочек. И не было ни дня, чтобы я не словил 10 багов в этой игре. Что это такое? Я просто сидел в менюшке. Что это? Что это? Объясните. Какой нахрен драфт? Какая форма? Блять, менюшка в этой игре просто легендарная. Вы знаете, друзья, когда я впервые увидел эту женщину, у меня в сердечке что-то ёкнуло. Сегодня, друзья, мы будем с вами тестировать женскую версию Роналду Зубастика. И это не шутка. Во-первых, они внешне очень похожи. Во-вторых, у нее слабая нога, 5 звезд, как и у Зубастика. А что, если я вам скажу, что она круче Зубастика даже в некоторых моментах? Вы посмотрите на ее плейстайлы. Чипшот, техничная, first touch, quick step, какая-то батарейка, тривелла, и в воздухе она царица. А у Зубастика всего лишь 4 таланта. Если дальше идти по сравнениям, в пейсухе она со стилем сыгранности круче, чем Зубастик. Ну, по ударам, понятно, Зубастик круче, но что касаемо физухи, вы посмотрите, какой дрыщ этот Зубастик. 79 физуха. А у женской версии Роналду физика 89. 93 сила. Фамилия у нее крайне непроизносимая, Кандананджи. Поэтому буду звать ее Рэйчел. Рэйчел, красотка моя, сегодня ты должна показать мне мастер-класс. Блин, я смотрю на статы и просто охреневаю. Эту карту покупал за 36 тысяч, сейчас и вовсе она стоит всего лишь 28. Опять же, за девочек я так или иначе играл, но вот конкретно фулл состав из девчонок я еще не собирал. На замене вот такие вот красавицы у меня сидят. Я даже одну девчонку качнул в эволюцию. Не до конца, конечно, мне это получилось, потому что она буквально вчера закончилась. Итак, давайте знакомимся с нашим составом. На воротах Понос. Надеюсь, у нее не говорящая фамилия. Две центральные защитницы. Это парочка из Барсы. Ирена Паредес, у которой есть очень много игровых талантов. И Мапи Леон. Вы посмотрите, у нее практически все защитные игровые таланты собраны. Не хватает только борьбы. Ее практически нет на рынке. Ее выкупают просто за секунду. Я не знаю, в чем прикол. Шейла. Просто быстро бегает. Все, что я не знаю. И слева девчонка, за которую я уже отыграл 159 матчей. Это Шакина Каршауи. Если я правильно прочел ее фамилию. Статки у нее тоже прикольные. Есть куча классных талантов. Итак, переходим к полузащите. Первая девчонка у нас Банини. Была в СБЧ. Статки более-менее сбалансированы. Рост 1,63 м. Ничего больше про нее не знаю. А дальше у нас герой, друзья. Надине Кеблер. Я не знаю, как правильно читать эту букву, вот, которая похожа на Б, поэтому буду читать как Кеблер. Купил за 200 тысяч практически, статки тоже неплохие, практически гулит гэнг. Третья девчонка, Грейс Гейоро из Пассажира, за 35 тысяч ее купил. Статы тоже более-менее сбалансированы. Ну и в атаке, друзья, вместе с Рэйчел будут бегать Баба Жидея, Баба Жидея, Баба Жает. Я не знаю, как правильно читать свою фамилию, на всякий случай себя осуждаю. Ну, опять же, статы выглядят разъебно. Сила 94, что это за качок с ростом 1,74 м? Ну и в нашей команде будет еще один фейк. Фейк Айсимьена. Ашуала, Ашуала, Асисат, Ашуала, 4 на 4, по некоторым статам у него даже круче, чем у Асимьена. Вот такой вот интересный гибрид у нас получился, 33 из 33, стили сыгранности раздал, я в предвкушении, ребята, что эта мадам будет разваливать, и она действительно станет женской версией Зубастика, потому что на бумаге это реально монстр какой-то. Ну и перед тем, как мы продолжим, естественно, друзья, не могу вам не напомнить о моих спонсорах. Это мои отличные друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. Пари работает на технологичной платформе, и в сетке нашего партнера есть любые виды спорта, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Также у них есть удобнейшее мобильное приложение, и если вы пройдете верификацию до конца, получите бонус косарь фрибетом. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Ну а если, друзья, вам нужна новая EAFC, различные подписчики на PlayStation, на Xbox, может вы хотите FIFA Point, купить, либо же игры. Все это добро вы можете найти у меня в магазине. Ссылочка также будет в описании. Смотрите, какой сквад нам сразу встречается. Ну охренеть. Решфорд, Ляо, Эрнандес, Тамори. Ну, короче, сильный сквад. Ой-ой-ой, Понос! Нихуя себе! Это что такое? Ой, блять, пацаны, я ничего пока сделать не могу. Мы просто в тупую обороняемся. Чувак финтит, крутит, вертит тут, блядь. Пожалуйста, девочки, девочки, справляйтесь. Хорошо, повезло. Так, Шейла. На Банини. Банини. Вот так. Вот так.
И на нахуй фейк зубастик сюда. Нормальный старт. Вот такой пас, отличный, на Бонине. У Бонине четверка же, прекрасно. Вот такой пас. Фейк R9, на-на. Ух, штанга, как она уебала, ребята. Ну-ка, оттолкни его. На-нахуй, съебался Де Брюйне, здесь Мария Леон. Да, блядь, он ебать меня давит этим мощным прессингом. Ребята, вверх мы, скорее всего, проиграем, это гол. О, это не гол. Блядь, ну тут я обосрался. Понос. Ребята, мое почтение, понос тащит. Там у соперника наверняка очко пригорает от того, как вратарь с ростом там 1.60 с копейками все подряд тащит. А я могут быть проблемы. Могут быть, но не будет. Девчонки справляются. Бля, в защите просто идеально играют, я в ахуе. И вот такой пас на Бабажиде, Бабажиде, толкайся, толкайся. Хорошо, блядь, силы 94 или сколько там. Бабажиде. Ну ты вообще, блядь, охуел так толкаться. Опа. Ну-ка, пацаны. Сейчас неожиданную хуйню для соперника сделаю. Он сейчас охуеет. Чекаете? И дай сам охуею, если залетит. На. Штанга! Ребята! Ну это женская версия зубастика. Второй раз уже по штанге уебало. А я навешу. А я забью. Да, блядь, да сколько можно отскакивать? Третья штанга уже у девочек. Ну камон. Так. На нахуй. О, ребята! Это Рэйчел, это Рэйчел, как же она разматывает, неужели ты ливнешь, блядь? Как она швидой хорошо ударила, хочу пересмотреть. На, охренеть, посмотрите. Прям немножко не хватило. Так, следующий соперник, Лео Месси, Ди Мария в атаке. Окей, держим. Ой, ой, тихо, без паники, эй! Эй, фол, фол, сака, ну ты охуел, эй, девчонок, не надо трогать, съебался. Крутимся на R1, крутимся, крутимся на R1, крутимся. Какая же она мощная, ребята. Что? Ух, нихуя, ты даже так можешь. Так, а как она на втором этаже, ребята? Ну-ка. Блять, обосралась девчонка. Ай, тихо. Ай, пожар, нет. Бля, что за пожар, блять, у меня в штрафной. Ой, бля, ты заебал. Он что-то начал меня давить. Вроде начало матча за мной было. Сейчас он что-то меня заебал. Надо бы это вот так вот сделать, ага. Вот так вот. Так вот. И фейка семье, на нахуй. Будешь выебываться? Будешь выебываться? А вот ты не выебуйся. Опа. И на нахуй. Хороший файнес был. Так, хорошо. Бля, бегает она просто как ебанутая. Ну, типа, со стилем сыгранности. У нее там пейс 99 получается. Шведкой давай попробуем. Ебать, что она закидывает, блядь? Ты что, блядь? За монстр такой? Охуеть, она закинула шведкой. Ебать, а у нее тревелла есть? Я забыл, в талантах. Так. Блядь, как она разъебывает? Как она разъебывает, ребята? Просто никого не чувствует. Да, соперник не выдержал, кажется, такого ужаса. Ну чё она здесь закинула тривеллой, посмотрите. Это мой первый гол шведой. Я не знал, что они так хорошо здесь летят. Либо она просто топовая. Бля, прям в девятину закинула. А, да, ребята, у нее есть игровой стиль, игра шведой. Тогда имеет смысл поставить ее с правой стороны, чтобы шведки хуярить. Так, next соперник, полетели. Вертимся, крутимся. И на нахуй, блядь, хуёвый удар. Нет, 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 держать. Блядь, понос, сука. Понос не помог. Может ли она обогнать БВД? Прострел. И на нахуй, блядь, ну как так? Не залетело, увы. Оп. На! Бонини! Господи, боже мой, что за... На! Забыли. Так, побежала, хорошо бежит. Ебать бежит, всем пизда. Всем пизда. И даже вратарю. Так, ребята, у меня вопросы. Я что-то не понимаю, что с ней стало. Она сломалась в этом матче. Может, это из-за винстрика игра мне палки в колеса вставляет. Что-то столько моментов уже заруинено. Блядь, все габело, кажется. Кажется, габело, блядь, ребята. Опа. Давай, 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 беги. На! Блять, я не знаю, она в этом матче сломалась, блять. Это уже третий промах. Я что-то начинаю разочаровываться в ней. Что это, блять, такое? В одну.
Хорошо. Блять, не знаю, анлакич какой-то. На нахуй, бани нехорошо, шведкой ударила. Опа, как я почувствовал? Как я почувствовал? Блять, Ван Дайк, ну отъебись от меня. Надо Ван Дайка себе купить, все, он меня заебал. Хочу тоже всех заебывать. Опа, опа, опа. Ну блять, ну Ван Дайк, ну иди нахуй, он просто в соло ебет меня. Ну, да блять, да как ты не забила, баба жиды? Да ёб твою мать, я не знаю, блядь. Так, это голевая атака, чувствуете? Чувствуете, как музыка нарастает? Чувствуете, ребята? Чувствуете? Чувствуете? Я тоже чувствую. Я тоже чувствую, блядь! Тянет, блядь, тянет! Да тянет, блядь! Тянет, тянет, блядь! Хавать, хорошо, схавали! Давай, 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 братан. Точнее, сестра. Давай, вот так. И на нахуй. Бля, ребята, ну это какой-то пиздец, я не знаю, блядь, просто не летит нихуя просто, я не знаю, что мне делать. Это статистика матча, чтобы вы понимали. У соперника 2 удара, 2 гола, у меня 17 ударов, 1 гол, я просто, блядь, в ужасе, блядь. Ну хотя бы ничейку я заслужил в этом матче, блядь, ну это как, блядь, нахуй, подойти 2 раза к воротам и 2 раза забить. А! Что? У меня невидимка! Блять, что за игра, боже, пожалуйста. Блять, у меня невидимка, ребята. А где она? Где? Вот она. Блять, что за игру, мой гад. Блять, я даже невидимкой забить не могу, блять. О, господи, ребята, что в этой игре происходит? Ну, пожалуйста, ну, кто-нибудь. Нет, я в этой игре должен был проиграть. Ну это пиздец, что за игра, блядь? Какая-то невидимка на поле у меня появилась, блядь. Охуеть, я в шоке, ребята. Ну это статистика, просто ебанешься, блядь. 2 удара у соперника, 2 гола. У меня 19 ударов. 1 гол, у меня аж фокус съебался. Ну вы, конечно, можете написать. Да ты просто играть не умеешь. Просто соперник все реализовал, а ты просто лох. Ну, я, видимо, действительно играть не умею, блядь. Я другого объяснения не могу найти. Гандикапа не существует, вообще забейте. Так, next соперник. Решфорд, Сон, Уилсон. Ой-ой, хуя он финтит. Какой-то финтоплет достался, еще пауэршотом хуярит. Какой-то опасный типок, ребята. Ну, мы таких умеем наказывать. Сейчас я... Нихуя. Что за финтоплет мне достался? Прикольные финты юзает. Надо, кстати, подращить новые финты. Я пока еще особо не кал новые финтики. Надо будет посмотреть, что прикольного там у нас появилось. Ну-ка, лонгшот. На нахуй, бля, пауэршотом! Все-таки прошлый матч, как я понимаю, был просто проклятым. Ну, бывают такие вот матчи, где ну невозможно выиграть. Хоть ты бей 1000 раз. Да ты заебал финтиться. Вот тебя твои финтики до добра не доведут. На! Зубастик забивает у нас. Еще один гол. Че, соперник, финты не помогают? Какие-то легендарные анимации в этой игре происходят. Так, полетело. Опа, шведка. Шведка, ну-ка. Почти. Так, Осимен бежит. Осимен бежит. Ай, блядь, Осимен всех оттолкнул. Нет. Понос. А если что, я знаю, что, скорее всего, она... Паньос, или как-то так, то иногда, знаете, я как-то рофлю над фамилиями, и чуваки мне потом в комментариях выписывают: а ты знаешь, что на самом деле не Реус, а Ройс? Я такой: вау. А ты знаешь, что не Баласк, а Балок? Я такой: нихуя себе. Ой, отмены делают пауэршотов, да ты сумасшедший, съебался. Опа, побежала, ну все, блять, она убежит, и никто ее не догонит, чекайте, чекайте. На! Как же она хороша. Наберите, наберите, да-да, ага, наберите. Съебался в ужасе. Так, что у нас там дальше-то? Куртуа, Салиба, Варан, Эрнандес, Модрич, Анри арендованный. Да ты охуел, блядь. Леао, Джо Кол, ему, видимо, повезло в сборочке героя. Блядь, нормальный такой скот, опасный. Наверное, Куртуа самый бесячий голкипер пока что из тех, против которых я играл. Ой, хорошо, блядь. Ну все, пошел Куртуа. На нахуй. Блять. Да дай мне забить, Куртуа, заебал. На. Так, я шведку нажимал, но что-то шведка не вышла.
Так, вот она, вот она, вот она. Крутится, вертится, блядь. А чё вы вдвоем подходите? По одному подходите, блядь, очкошники. К маленькой хрупкой девочке, блядь, два мужлуна подходят. Вы чё, блядь, пацаны? Да не, невозможно куртуаз забить. Я вам отвечаю, это какое-то проклятие ебаное. Ну, вынимай же, на нахуй, наконец-таки мы прошили, блядь. Ой, понес, хорош, хорош. Так, полетели, полетели. Полетели. Прилетели. Опа, отскок на ногу, прекрасно. Давай, хороший заброс, вот так вот. Опа, опа. Блять, опять, не, Куртуа заебал, просто реально заебал, блять. GG соперник, Frosty 7. Ну что, друзья, можно подводить итоги по составчику, начнем с защиты. Понес, ну, кстати, какие-то сейвы она делала и даже не так уж плохо отстояла. То есть не было прям горения какого-то, в целом, что могла, то тащила. Защита в целом, опять же, хороша. Вот эта вот двоица из Барса очень хорошо себя проявила. Крайки в целом тоже неплохо отыграли. Опять же, к защите вообще вопросов нет. Я все-таки делаю акцент на том, что это девочки. Банини, мне кажется, лучше всех себя проявила. Здесь два голешника даже забила. В атаке принимала участие. А вот это вот Надин Кеблер, открытие сейчас для меня, она сделала 5 ассистов. Охренеть. Это тот самый случай, когда разрезающие пасы действительно были разрезающими. То есть в самом геймплее я как-то не акцентировал на этом внимание. А тут посмотрел и охуел. 5 матчей, 5 ассистов. Ну и вот эта вот Гейоро, 1 ассистика дала. Она меньше всех выделялась среди этой толпы. Так, в атаке Баба Жиде 3 ассиста тоже отдала. Ну, в целом, сомнительная, конечно, картонка. Фейка Семьен 5 матчей, 1 гол, 2 ассиста. Ну, в целом, тоже не сказать, что я был сильно впечатлен, но, опять же, тут акцент весь уходил именно вот к Рэйчел, которой статы просто невероятные, 5 матчей, 9 голов. Еще какие голов? Много крутых голов забила, да, где-то мазала, косячила, к сожалению, нет каких-то хороших тритов там на пауэршот, либо на меткий удар. Но в целом вот по физухе она очень много толкается, такая агрессивная, контролирует мяч хорошо. Ну и в целом это достойная замена зубастику R9, если вы хотели всегда за него поиграть, но у вас не получалось. Ну, потому что он стоит 8 лямов монет. Ну, понятное дело, я сейчас рофлю и всерьез там не сравниваю две эти карточки. Но в целом, опять же, карточка хорошая, но играть с фулл сквадом девочек я бы не хотел на постоянной основе. Если как-то ее можно будет залинковать с пацанами, может быть, когда-нибудь, где-нибудь и в основку бы она попала. Так, наверное, она у меня будет чистым суперсабиком. Ну, а так в целом, что, я доволен. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Вы сильно там не горите, не бомбите. О, боже мой, он играет за девочек. Какой кошмар, я это смотреть не буду. Вы знаете, человек ко всему привыкает, и мы рано или поздно привыкнем к тому, что, ну, приходится нам играть с девчонками в нашей любимой игре. Но популяризация сработала. Типа, вот раньше я вообще не знал про вот этих вот всех нонейм футболисток, теперь я знаю всех в лицо и по фамилии, и возможно, это и прикольно, что-то в этом есть. Да, слишком много лишней информации в голове, но в целом мы теперь просвещены, что есть такой вид спорта, как женский футбол. Ну, в общем-то, друзья, жду ваших лукасов, каких-нибудь классных комментариев, что вы думаете про этот видеоролик, понравился он, не понравился, дайте фидбэк. С вами был я, Пандосов Иксающий, и всем хорошего настроения. Чао, какао. Бля, кстати, надо бы подстричься, побриться, а то что-то зарос весь.